Друзья, смарт-эко-колесо, электрическое мотор-колесо для велосипеда устанавливается на переднюю ось. А сейчас расскажем, как это происходит на примере велика, который нам привезли в ремонт наших конкурентов Эльтрека. А, смотрите, значит, суть в чем. А, устанавливается колесо на переднюю вилку. Для этого у вас должно быть и здесь вот быстросъем, но здесь вы видите проушины. То есть обязательно нужны проушины, так как ось в колесе несъемная. Вот. И у вас должно быть 10 сантиметров на оси, вот это расстояние, чтобы колесо, собственно, влезло. Устанавливается буквально за 5 минут. Управление происходит, сразу расскажу об этом, через приложение в базе, да, то есть так вот вы можете менять мощность в процентном соотношении колеса. Здесь есть кнопка старт. Крутится сейчас ось, если она будет, когда она будет закреплена на вилке, будет крутиться само колесо. Мотор 350 ватт, внутри аккумуляторы 18650, контроллер, мотор, все внутри колеса, никаких проводов. Вот. И более удобный способ управления — это дисплей с курком газа, беспроводной. Видите, я нажимаю и поехали. Здесь заряд батареи, скорость, пробег, все можно видеть. Можно менять уровень мощности ассистента таким образом. А вот заряжается от сети 220. Здесь вы видите колпачок, закрыто, собственно, порт зарядный. С обратной стороны здесь, сейчас я тоже покажу, есть кнопка, которую можно отключать на долгое время, когда вы храните, допустим, зимой или там редко катаетесь, да, то есть вы отключили, и Bluetooth не разряжает у вас колесо, оно в выключенном состоянии. Вот. Если постоянно используете, кнопку можно не отключать. И зимой, если не пользуетесь, раз в месяц все равно подзаряжайте, даже если кнопка у вас отключена, чтобы колесо было всегда в заряженном состоянии. Вот. Запас хода до 100 км в режиме ассистент и 20-25 км на ручке газа можно проехать. Что еще? Вес 7,7 кг, устанавливается только на переднюю ось велосипеда, и есть разные размерности от 20 до 29 и 26 для фэтбайка. Подробности на нашем сайте ecokoleso.ru, подписывайтесь на наш канал, телеграм, инстаграм, ВК, эко-колесо, легко найти, вот, и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо.